Томми! Версетти! А! Вот черт! Не думал, что они отпустят его! Он, не поднимая головы, помогает людям забыться. Люди достаточно вспомнят, когда увидят, как он ходит по соседним улицам. Это будет плохо для дела. Так что мы собираемся делать, Сонни? Мы позаботимся о нем, как о старом друге. И займем его не в городе, да? Мы говорили о расширении, Сонни, так? Сейчас Вайс-Сити дорого стоит. Колумбийцы и мексиканцы, черт. Даже эти кубинские беженцы режут друг друга на кусочки. Но это все наркота, Сонни. Ни одна из семей не возьмется за это дерьмо. Времена меняются. Семьи не могут не обращать внимания, когда наши враги пожинают плоды. Так мы отправим кого-нибудь сделать грязную работу, а сами себе отрежем жирный кусочек, а? И кто там наш человек? Кен Розерберг, чертов адвокат. Как он будет держать в узде Версетти? Он нам не нужен. Мы просто выпустим его в Вайс-Сити. Мы дадим ему для начала немного денег, так? Дадим несколько месяцев. Затем нанеси ему визит, ладно? Посмотри, как у него идут дела. Эй, ребята! Я Кен Розенберг, эй! Отлично! Я отвезу вас на встречу, ребята. Итак, я поговорил с поставщиками, и они сильно намерены начать деловые отношения. Если все пройдет хорошо, нам тоже будет очень хорошо. А это вы понимаете. Хорошо. Итак, ладно. Они братья. Один занимается бизнесом, а второй полетами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Вот и они на вертолете. Итак, сделка состоится. Они хотят обменяться на открытом месте. Хорошо? Ладно, идем. Принес? 100% настоящий колумбиец, мой друг. Покажи. Зеленые. Десятки, двадцатки. Думаю, мы договорились, дружище. Вот чёрт! Давай, жми быстрее!